Всем привет, вы на канале Сережи Тойс. А вам нравится кушать яичницу? Мне да. А я вот подумал, можно сделать яичницу цветной? Что если сделать ее из трех цветов? Давайте попробуем. Для этого нам понадобится яйцо, три тарелки, блюдце и сам красный, зеленый и синий пищевой краситель. Для начала нам нужно разбить яйцо. Теперь нам нужно убрать отсюда желток. Красный, зеленый и сам желток, и получилась у нас разноцветная яичница. Правда, она выглядит веселой?